Притча Соломона, глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, — говорит он тебе, — а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть». И чужая жена — тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми закона преступников. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: «Били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».